Бенч. А давайте, ребята, атомную бомбу попробуем. Давайте купим за 50 робоксов. Офигеть, смотрите, запускаем атомную бомбу за 50 робоксов. Сейчас посмотрим, что там такое будет. Что-то куда-то у нас там летит. Бенч. Нифига себе, все пожелтело. Офигеть. Я всех их задам. А моих-то хоть не задамажили, нет? Или я своих тоже убил? Офигеть, смотрите, атомная бомба за 50 робоксов. Что здесь происходит? Я вызвал апокалипсис. Капец! Атомная бомба уничтожила мой режим. Интернет сломался. И в соседних домах свет погас. Мама, не говорю, что я натворил. Друзья, всем привет, с вами как всегда Бамбуковый Витька Панда. Ребята, добро пожаловать ко мне в гости. И сегодня мы с вами продолжаем проходить Roblox Army Tycoon. Обалдешечки, ребята, это уже вторая серия. В предыдущей серии посмотрите, что я здесь понастроил. У меня куча бараков, у меня есть танковые заводы, у меня три фермы, которые приносят мне деньги. Вот такие вот у нас есть прозрачные теплички, где-то она там еще третья, вот третья. Также, ребята, я построил вот здесь завод, я его уже немножечко проапал на второй уровень, теперь он у меня приносит еще больше монет. Короче, мы сейчас с вами будем продолжать строить нашу здоровенскую, офигенскую здесь военную базу и будем пытаться захватить территорию, будем устанавливать контроль над этой картой. Ребята, если что, ссылка на плейс будет в описании. Обязательно, если что, сыграйте, режим довольно-таки прикольный. А также, ребята, если вдруг кто-то еще до сих пор не подписан на мой канал, обязательно, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик и царский лайк. Для того, чтобы не пропускать мои ежедневные видосы и наши уютные теплые стримчанские. Стримлю я каждый день. А по воскресеньям раздача робоксов, не забывайте. Фу, ну что, ребята, погнали. Я нафармил 58 тысяч монет. Теперь у меня стоит здесь задача. Либо я все вот это потихонечку начинаю апать. Ну, начинаем мы строить дальше. Либо у меня здесь есть какой-то командный центр. Вот этот основной, апгрейд команд центр. Его можно апнуть за 55 тысяч. Но мне кажется, это слишком много. Давайте мы лучше все здесь начнем строить. Во-первых, я хотел построить свой первый аэропорт. Вот смотрите, аэропорт. 15 тысяч монет он стоит. Офигеть, давай, строитель, строит у нас нашу взлетную полосу. Эй, что здесь какая-то грязь? Грязь-то уберите. Ой, это что, самолет уже полетел? А, это кто-то бомбы там скидывает, офигетушки. Смотрите, мы строим. Так, тут у нас какой-то есть танкер, да? Это, видимо, здесь наше топливо будет, керосин. Будем заправлять наши истребители. Строится, строится, строится наш аэропорт. И он построился. Обалдешечки. Так, где мои самолеты, интересно? Блин, смотрите, наверху еще антенна. Еще здесь спутниковая антенна. Так, я хочу посмотреть, где мой самолет. Смотрите. О, здесь еще можно бараки, что ли, поставить. Бараки раз ставим. Бараки два ставим. Офигеть, нормуль сейчас пойдет. Так, это за робоксы, это все у нас, ребята, за робоксы, это я брать не буду. Единственное, я потом хотел вот эту атомную бомбу за 50 робоксов затестить. Что это такое, посмотреть. Так, смотрите, о, самолет! Мой первый самолет, смотрите, истребитель какой-то F-16, да, полетел? Обалденшечки. И танки вон там едут, точнее, БМПхи. Мои БМПхи едут, вон, мы сейчас будем их дамажить, ребята, сейчас посмотрим, что у нас там происходит. Офигеть, здесь вообще, смотрите, это другие флаги, это ребята другие тоже играют. Так, надо сюда что-нибудь запустить. Бенч. А давайте, ребята, атомную бомбу попробуем. Давайте купим за 50 робоксов. Офигеть, смотрите, запускаем атомную бомбу за 50 робоксов. Сейчас посмотрим, что там такое будет, что-то куда-то у нас там летит. Бенч. Нифига себе, все пожелтело. Офигеть. Я всех их задам... А моих-то хоть не задамажили, нет? Или я своих тоже убил? Офигеть, смотрите, атомная бомба за 50 робоксов. Что здесь происходит? Я вызвал апокалипсис. Капец! Атомная бомба уничтожила мой режим. Интернет сломался. И в соседних домах свет погас. Мама, не говорю, что я натворил? Так, ребята, что-то пошло не по плану. А я, короче, там перезашел. А что у меня случилось? Все у меня осталось апгрейженное, да? Все вроде апгрейженное осталось. Меня выкинуло.
Зато я взял свой флаг. Там надо было вниз просто пролистать. И русский флаг я взял. Российская Федерация, все дела. Короче, я запустил атомную бомбу, и у нас все вообще крашнулось. Крашнулась игра, вырубился свет, прилетели ФСБшники. Тут я, короче, им объяснительную писал. Я, конечно, пошутил. Но реально игра крашнулась. Короче, не берите за 50 робоксов, иначе будет хана. Так, нормально, нормально. Смотрите, самолеты. Так, я хочу еще построить аэропорт. У меня есть еще один аэропорт. Ну-ка, с этой стороны, что это у нас тут такое? О, factory. Еще одну factory берем. Это у нас фабрика для того, чтобы больше денег приносила. Офигеть. Так, а это что такое? Генератор, плант. Тоже ставим, пускай вырабатывает у нас бабки, бабки, бабки. Деньги, деньги, деньги. Это что такое? Main base. 20 тысяч стоит. Massive fort. Education, Wet Train Elite. Конечно же, давайте берем, ребята. Не знаю, что такое, но мы возьмем. Денежка у нас есть. Здесь будем ставить самое дорогое. За 3000 танки ставим, ребята. А с этой стороны еще куча бараков. Бараки дешевые. Раз берем. Бараки два берем. Офигеть, самолеты у нас полетели. Так, это что, еще бараки? Гринхаус. О, это еще одна тепличка. Берем тепличку. Здесь генератор, еще электростанцию берем, офигеть, здесь берем еще бараки, денег-то куча у меня, смотрите, сколько я нафармил, ребята, я нафармил денег, мама, не горюй, так, берем бараки, раз, берем бараки, два, берем бараки, это стена, погодите, это стена, ладно, стена пускай у нас будет, еще, бараки, у меня, наверное, задействованы все эти, у меня задействованы все рабочие, не могу я взять. Капец, опять меня выкинуло. Хорош уже читерить. Кто там читерит? С интернетом все нормуль вроде. Так, ну что, попытка номер 3. Все у меня здесь нормально. Что я там ставил? Бараки, да, на бараках я остановился. Покупаем бараки. Там кто-то меня хакать пытается. Кто-то пытается меня хакать. Оба-на, это что, вертолетная площадка? Вертолетная площадка 5000 стоит, ребята, конечно же, покупаем, нифига себе, так, это что я могу апнуть, за 7000, конечно же, апаем, здесь еще куча бараков берем, куча бараков, только бы меня не выкинуло опять, только бы меня не выкинуло, так, 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 здесь у нас все готово, готово, готово. Смотрите, я вот этот какой-то командный центр построил. Апнуть его 45 тысяч стоит, офигеть, а вот этот самый главный у нас 55, но у меня столько денег еще нет. Так, вот здесь можно танк... О, давайте танки проапаем. Давайте проапаем все танки точно по 5000. Все, я все деньги, ребят, свои, считай, потратил. О, еще ж бараки можно апнуть. Мам, не горю, тут вообще столько всего можно апать, ребята, я валяюсь. Так, 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 вот это я еще что-то все не достроил. 3000, офигеть, смотрите, стройка полным ходом, ребята, идет. Стройка идет просто полнейшим ходом. Так, вот здесь, вот эту штуку мне надо, там 1500, по-моему, да, 1500. Все, я все деньги свои профукал, ребята. Все деньги я профукал, зато у меня теперь база так база. Вот это огнище, просто огнище. Нормуль, мне нравится, ребята. Так, с этой стороны мы оббегаем, оббегаем, оббегаем. Во, у меня вертолетная площадка, у меня вертолеты. Смотрите, во, апачи полетели. Красавчик, только лопасти почему-то не крутятся у них, было бы хорошо. А сколько их апать? 8000 их проапать, офигеть. Так, нет, мне нужно, знаете, что проапать? Мне нужно вот здесь проапать. Так, это у меня апнуто, 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 апнуто. И здесь, а вот эта штука 7000, о, еще куча. Так, все, я вот здесь доапался тоже. Апгрейд, все. Сейчас она прозрачная станет. Во, прикольная тепличка, мне так нравится, она такая клевенькая. Смотри, там самолеты мои летят. Вот это армия. Так, нормуль. Ладно, пошлите глянем, что у нас там происходит. Вот эту точку я захватил уже. Все, здесь мое. Вот теперь здесь бы захватить. Так, атомную бомбу лучше больше не бросать, потому что будет гладиолус. Так, это моя армия? Нет, это не моя армия. Так, с этой стороны еще наступают. Капец, там тоже, смотрите, ребята расстроенные. Там вообще расстроенные. Все уже там... Так, капец, короче, мне здесь надо хорошо сейчас прапаться будет. Мне не дадут захватить вот эту вот. Центральную точку, видите, SHDBDNSN, короче, захватил. О, смотрите, мы вторгаемся до их территории и начинаем захватывать. Давайте, красненький, красненький, красненький. Так, максимально, максимально, максимально. Так, стоим, стоим, стоим. Капец, там еще сзади меня дамажат. Это же не мои самолеты, это чей самолет летит? Вообще какой-то бесхозный. Вот это вроде бы моя армия. Давай, 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 давай. Так, мне нужно помочь им.
Так, если что, я буду дамажить сейчас. Вон они бегут еще, ребята. Вот они бегут. Сейчас я их вот сюда вот запущу, запулю, 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 запулю. Опа, на. Эй, куда вы побежали, не туда? Ладно, по крайней мере, сейчас сюда. Вот, я бомбой сбил, ракетой сбил их самолет. Так, начинаем, ребята, дамажить. А что такое единичка? Это уровень, что ли? Офигеть. Блин, фиг захватишь. Капец, они опять захватывают. Офигеть, что здесь происходит? Вообще какой-то же скач. Так, 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 со всех сторон. Так, мне надо быстренько там апгрейдиться. Ребята, что-то я хотел апгрейдить, что-то я хотел апгрейдить. Где мне? Вот эту штуку надо за 7000. Быстренько апаем. Так, еще я хотел танки еще одни апгрейдить за 5000. Все, за 5000 я апгрейдил. Мне еще куча, сколько, 1200 стоит апгрейживать наших трупсов. Бараки вот эти. Офигеть, ну что, мы там захватили хоть что-нибудь? Нет, мы не можем никак захватить. Так, а кого мне здесь задамажить? Со всех сторон. Они по чуть-чуть, а с каждой стороны помаленечку, смотрите, атакуют меня. Я не могу здесь установить контроль над этой точкой, обалдежечки. Так, 3000, у меня есть 31 уже юнит. Блин, вот это жара. Так, здесь еще юниты подходят с этой стороны, с той стороны. Капец, со всех сторон атакуют, просто со всех сторон. Будем стараться отбиваться, ребята. Но мне кажется, надо проапать. Я, смотрите, у них уже базы с этими. Вот эти две базы проапнуты на максимум. Уже даже забором. У меня даже забора нету. Поэтому я чувствую, мне там нужно, ребята, сейчас идти. Конечно же, фармить. И еще максимально стараться апаться. Давайте я немножечко все это дело устрою. Накоплю побольше монет. И мы с вами продолжим. Ну что, полетели. Ух, друзья, неплохо я нафармил, смотрите, 135 тысяч, обалдешечки. Ну что, пошлите теперь все апать, апгрейживать и так далее. Так, во-первых, ставим здесь танки. А во-вторых, я хотел наконец-то апгрейдить вот этот командный центр наш за 55 тысяч. Офигеть, не знаю, что он там будет как приносить, может денег больше. А также основную базу за 45 тысяч, ребята. И у меня получается, я сейчас солью все практически деньги, зато посмотрим, что у нас изменится. Нифига, как они медленно апаются. Офигеть, ну здесь еще более-менее хоть как-то идет, да, смотрите, бэм-бэм-бэм. Здесь они долго будут строить, так, ладненько. Давайте начнем. Откуда еще? С какой стороны? Я хотел еще апгрейдить, друзья, вот этих вот хеликоптеров. То есть это наши вертолеты. Да погодите, дайте им как навести. Так, за 8500. Давайте, конечно, тоже апаем. Долго они нет будет. Давай с молотком! Колоти, колоти. Да, нормуль, они строятся. Строятся, строятся. Так, здесь у меня все построено. Я хочу сначала все построить, ребята, потом уже апать. Так, 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 так. Здесь построено, здесь апается. О! Что у нас? Да, апгрейживался. Смотрите, какой здоровенский получился у нас центр, да? И все, это на максимум. Это, ребята, на максимум. Здесь тоже все на максимум проапнуто. С этой стороны у нас будут защитные сооружения. Здесь мы начнем апать наши бараки. Это у нас за робоксы, дроны. Так, давайте проапаем, что это, танки, да, ладно, давайте танки здесь апнем. И, в принципе, по-моему, все у меня, да? У меня все построено, кроме защитных сооружений, остальное осталось только апать. Пардоньте. Поэтому давайте начнем. Ребят, тоже будьте здоровы, не болейте. Так, ну что, я хочу посмотреть, как вот эта штука апается у нас. Нет, тут слишком долго. Давайте начнем, попробуем тогда, ребята, апать вот эти вот бараки. 1200, раз, 1202, 1203, 1204. Офигеть, у нас идет стройка полным ходом. Так, я здесь, да, апгрейживал свои танки. Здесь они тоже прапнутые, вот эти танки прапнутые, и эти прапнутые. Так, давайте вот этих, сейчас всех бараков, ребята, будем апгрейдить. Так, вертолеты доапались, да, вертолеты доапались, ништяк. Вот этих тоже апаем. Капец, интересно, мне хватит денег все проапать? Сейчас мы посмотрим, ребята, сейчас посмотрим. 130 тысяч у меня там было, обалдешечки. А самолетов могу я проапать, интересно? Давайте глянем, что у нас там с самолетами. Так, вот бараки, смотрите, были вот такие вот беленькие, стали теперь вот такие вот красненькие, обалдешечки. Так, а самолетики, самолетики, самолетики. Нет, самолетики нельзя, да, проапать?
Давайте, раз уж сюда прибежал. А нет, они тут тоже красненькие. Они тут тоже красненькие. Интересно, да? Ладно, апаем здесь, апаем, апаем. Либо их на третий уровень можно апнуть. Нет. Вроде как на второй, да, они апаются. Так, еще я хотел построить пару вот этих вот вышек. Посмотреть за 250. Что за вышки? Я их вообще, ребята, не строил. Так, давайте здесь мы еще сразу же проапаем. Нифига у нас сейчас армия будет, ребята. Так, а вот здесь командный центр до сих пор апается еще, да? А он выглядит вот так, а здесь выглядит вот так. Окей. Так, что у нас там вообще происходит, ребята? Что у нас там происходит? Так, давайте я здесь тоже максималочки сейчас порапаем. Во, вертолеты. О, смотрите, они реально теперь по-другому выглядят. Помните, там был две лопасти, теперь четыре лопасти, ракеты. Офигеть. Вертолеты, жара, жара, жаровня. Такс, 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 такс. Апаем. Раз. Сейчас, ребята, посмотрим, что у нас там происходит. Так, наверное, давайте вот эти тоже башни будем сейчас ставить здесь. Защитные башенки. Где они, кстати, у нас? Надо же туда прибежать, посмотреть. Как они хотя бы выглядят? Танк прет, ребята, реально танк прет. Так, где они? Где? А, вот они, защитные вот эти башни вот так вот выглядят, ребята. Смотрите, прикольно, да? Такс, такс, такс. Давайте мы везде их построим, они тем более недорогие. Вот этих вот защитных башенок везде воткнем. Блин, там потом так долго забор строить. Ну, забор я, наверное, тоже ускорюсь, то, что долго будет у нас. Так, ставим башни, сооружения защитные ставим. Да, братишка, мне тоже нравится. Смотри, как клево. Вот это база. Вот это настоящая, ребята, база. Просто бомбическая. Так, это тоже берем. Все, по-моему, все. Все у меня апнуты? Нет, не все апнутые. Вот это не апнутое, вот это не апнутое, это апнутое, это апнутое, это апнутое. Вот защитные сооружения стоят здесь. Пошлите глядеть, ребята, пошлите глянем, как у нас все выглядит. Смотрите, армия моя. Так, здесь у нас кто захватил? Кто у нас царь горы? Кто царь горы? Капанда царь горы. Омнит бать Капанда YouTube. Ништяк. Пошли, пошли, пошли. Вот это армия наша. Смотрите, мы и здесь точку тоже захватили. Так, здесь тут тоже танки уже на нас лезут. Вот это армия наша. А, наш вертолет сейчас собьют. А вертолет что не дамажит? Что вертолет никого не дамажит? Ну ты мешочек, а. Так, ребята, здесь уже самолеты подтягиваются, смотри. Блин, они сейчас сюда какую-нибудь ракету пустят и всех наших раздолбят, да? Всех наших просто в хламину. Так, а там тоже мое. Смотрите, и здесь мое захвачено. Я все позахватывал, да? Красненько, раз, два. Вот здесь только синенько. Ну-ка, захватываем обратно, ребята, захват. Вот эта армия просто жесть прет. Вот это жесть армия. Дамажим их, дамажим. Просто вообще жесткач. Но, по ходу дела, ребята, нельзя нападать на саму базу. Потому что вот здесь, когда я жмякнул реберт, просто смотрите, реберт, бла-бла-бла. А ты должен закончить тайкун. Я не знаю, это значит, наверное, все построить просто. Так, погнали теперь, ребята, я немножечко ускорюсь, и мы будем строить везде здесь заборы. Погнали, бэм-бэм. Фу, ребята, все, я проапгрейдил весь забор. Оказывается, на второй круг я еще пошел, смотрите, здесь еще с колючей проволокой. Обалдешки, видали? То есть его еще и апнуть можно. То есть я пробежал на два раза. Так, здесь у нас что-то, бараки еще не построены, что ли? Обалдеть, бараки тоже строим. Смотрите, вот это база, ребята. Вот это база, просто жесть. Так, а это что такое с этой стороны еще можно построить? Oil field, нифига себе. Нефтевышку, как я всегда говорю на раздаче робоксов. Если бы у меня была нефтевышка своя, я бы раздал вам по миллион робоксов. Вот сейчас она, походу, у меня будет. Но это, конечно, не точно. Жалко, что она не настоящая. Так, и с той стороны тоже можно построить. И я здесь наконец-то построил, ребята, вот этот командный центр. Все, я его тоже проапал. Поскольку мне интересно, денег сейчас приносится, а? Так, что-то я видел здесь где-то апгрейд. Что-то где-то еще не апгрейжено, что ли? Офигеть. Так, уже вроде все. Максималочку везде, где я мог, я все проапгрейдил, ребята. Здесь нефтевышку еще одну ставим. Офигеть, так, здесь тоже все апнуто, апнуто, апнуто. Посмотрите, какая база. Вот это красота, ребята. Здесь еще маленечко проапывается у меня. Здесь еще не апнуто. Надо вот посмотреть, они более темные. Которые уже апгрейжены, они более темные. Офигеть, ну вроде бы все. Вроде бы все, я апнул. Сейчас я только нефтевышки те еще гляну. А, вот, видите, еще две не апнутые. Видите, они светленькие. Капец, вот это сейчас будет армия. Сейчас как мы... Да мы там все захватили. Смотрите, мы там все позахватывали. О, здесь еще что-то можно построить.
Nuclear Power Plant. Ого, за 20 тысяч атомную электростанцию, ребята, можно будет построить. Офигеть, да тут еще апаться и апаться. Так, вот эти штуки за 10 тысяч давайте апнем. Офигеть, ребята, тут бабок нужно, мама, не горюй. Атомные электростанции еще есть, офигеть. Так, ну-ка, где наша армия? Смотрим. Так, это наши? Нет, где мы наши тут? Капана, да, я пока здесь все захватил, все отлично. Так, а вот это у нас самолет летит, это не наш самолетик. Эй, они захватывают. Ну-ка, раз. Ну-ка, два. Не-не-не-не-не-не. Маленечко бомбочек ему сюда еще накидать. Моя армия подходит. Ну-ка, обратно отжимаем нашу точку. Отжимаем нашу точку, ребята. Хе-хе, это все мое. Это все мое. Нифига не дамажат вообще, смотрите. Бэм, они даже подойти не успевают. Все сбивают на своем пути. Вот это армия, ребята. Вот это просто жесть. Смотрите, вот это армия танков. Они просто топчат всех. Почему не задавили? Давай, давай, вот эти сейчас тоже мы сейчас отберем всех. Ништяк, ништяк, ништяк. Вот это пошла жара, жаровня. Вообще жесть. Так, танков куча всего, куча, ребята. Так, я тпхаюсь назад. Я сейчас смогу еще проапать, ребята, вот этот вот наш Oil Factory. Ага. Oil Field. Окей, нефтебазу нашу апгрейживаем. Сейчас у нас бабки вообще пойдут по ходу дела рекой. И мне, конечно же, охота. Так, а с этой стороны нету атомной электростанции. Только с той стороны, да, по сути дела, ее, наверное, можно будет поставить. Давайте сейчас до сюда добежим. А мне все равно денег не хватает. Ну, у меня все проапнуто, мне получается только вот эта штука осталась. За 20 тысяч и все. Капец, что, еще раз можно апать, что ли? Вы что, прикалываетесь? Сколько? 150 тысяч? Вы что, прикалываетесь? Ну, это мне еще часа два здесь. О, погодите, я что? А, нет, я уже подумал, что не проапгрейдил за этот забор. Все остальное проапнуто у меня. Да-да-да, проапнуто. Ну, капец, 150 тысяч, это жесть, ребята. Я сейчас поставлю, конечно же, вот эту вот атомную электростанцию, но дальше я не буду уже. Либо будет у нас третья серия. Это очень долго будет, ребята. Это реально очень долго. Ну, наша армия вообще непобедима. Смотрите, ее никто не может забодать. Дамажим их, ребята. Вот это армия танков. Настоящая армия танков. Все, 20 тысяч, ребята. Практически накоплено. Быстро. Сейчас возьмем. Капец, вторая серия. Ну, мне понравился плейс. Давно я так не фанился. Просто весело. Жалко, что, конечно же, нельзя направлять вот эти юниты самому. Чтобы прям как полноценная стратежка у нас, да, была. Так, но один. И нифига себе, по 6 тысяч дается мне. Дается по 6 тысяч. И мы строим, ребята. И на этом ролик я буду завершать. Потому что и так у нас вообще уже вторая серия такая длинная. Офигеть. Так, все у меня захвачено. А что у меня вот тут почему синяя? Ну-ка, ребята, возвращайтесь назад. Возвращайтесь назад. Нужно всех уничтожать. Капец, он меня прям в попец нахлобучивает. Ну-ка, ему быстро уничтожить. Вот это да. Так, там тоже зелененько. О, они все активизировались, ребята. Они все активизировались. Ну вот это моя просто жесть. Какая здоровенная у меня база, да, ребята. Это просто же скач. Так, смотрим, что у меня там построилось, нет? Смотрите, строится атомная электростанция. И она построилась. Офигеть, как она бомбически выглядит. Вы посмотрите, да? Ха, и на ней еще цветы растут. Какое-то растение, офигеть. Уху. Ее апнуть нельзя, да, получается? Но она, наверное, куча денег должна приносить. Смотрите, у меня было 12 тысяч, сейчас посмотрим, сколько. Ну, 1007, наверное, сейчас будет приноситься. Да, 7 тысяч приносится, жесть. Блин, а выглядит просто космос. Вы посмотрите, как клево. Самолеты и так далее. Дайте я скринчик сделаю, а. Самолеты летят, танки едут. Что еще для счастья надо, да, ребята? Что еще нужно для счастья? Блин, клево, просто клево выглядит, мне нравится. Вот это база, вот это настоящая база. Красотули, красотули. Ладно, смотрим, что у нас там происходит, ребята. Можно сейчас... О, давайте вот за 5000 какую-то атомную боеголовку вот эту сюда скинем. Смотрите, смотрите, так, где они? Так. Они сейчас сюда будут подходить, смотрите. Давайте, подходите сюда. Опа, натики, полетела за 5000 боеголовка. И жмякаем. Бенчхана сразу всем. Просто жесть. Смотрите, опять все потемнело. Уа! Атомная какая-то боеголовка была. Жесть.
5 косарей. Ништяк, ништяк, ништяк. Фу, ну что, ребята, на этом ролике я буду завершать. Мне осталось там, конечно, прапать по 150 тысяч, но я думаю, уже ничего это там не изменит. Я не могу еще сделать ребёв, да? Получается, потому что у меня то. Либо я потом вне ролика это прапаю, сейчас мне просто нужно тупо фармить. Все, ребята, на этом видосик я завершаю. От всей души желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Всем жму лапу, с вами был Бамбуковый Дядька Панда. Увидимся на просторах робот. Всем покедова!